Итак, всем трям, дорогие, а также гости канала. Спорттракт Империя. То же самое, да, про гамбургер, чизбургер и так далее, но в другом контексте, который мне больше нравится. Это такая экономическая стратегия. Там, ну, вообще, сейчас такого, знаете, определенного понятия нет какой-то игры. Ну, здесь есть экономика. В общем, надо будет создавать свою империю, закупать траки, траки рассылать там по городу, они там будут. Люди должны быть, соответственно, да, приходят. Но мы не проторгуем, мы не от первого лица, мы честно занимаемся финансовой составляющей, да, и так далее. Называем компания моя. Ах ты же, ну ладно, не хочешь, да? Русский будет, но пока в демке нету. Так. Ну, эмблемок не так много. Давайте вот это. Вот цвета. Блин, а что такие убогие? Ну, я бы хотел черный. А, давайте вот салатовый. Итак, соответственно, вот наш город. Так, подожди. Можно как-то тебя на балл, на паузу есть? Пауза есть. Я хочу немножко тут... А как тебе звук поменять? Никак. Ты серьезно? Блин, вы не представляете. Ладно, придется вот так вот. Но чтобы вам не особо было это било по ушам, а мне это бьет по ушам, потому что здесь нету настроек. Да. Так, нету настроек. Почему нет настроек? Понятно. Ванька. Так вот, это вот такой городишко. Но это не весь. Тут, видите, ну, есть, да? Можно будет рассылать, соответственно. Но я так понимаю, в демке это не весь город. Это, возможно, только часть. Все-таки дорога есть какая-то. Итак, у нас есть вот такой вот... То есть, где мы будем строить наш главный, я так понимаю, пост, да? Ага, мы... Здесь, или здесь... Ну, он нам пишет, что типа, давай здесь. Ну, здесь типа бесплатно. Ну, давай, хорошо. Итак, соответственно, у нас есть вот такая вот база. Просто, да, окей. Вот, да, база, и мы ставим парковочное место. Ну, давайте вот сюда вот. Здесь у нас, соответственно, стоит автомобильчик, да? У нас есть базовый автомобильчик. Да, тут, ну, в общем, тут разные, видите, вот разные. Они большие, маленькие, там, какие угодно. Ой. Что-то я не то делал. Здесь можно его кастомизировать. А, серьезно? Слушайте, а вот это вот... Лучше. Мне просто нравится, ну, свинками не хочется быть, а вот какой-нибудь,
О, газельку, да? Газельку. Ну, я так понимаю, у нас ничего не меняет. А, во как. То есть мы сюда можем налепить какую-нибудь эмблемку. Нет, сейчас, где у нас эта эмблемка? А можно побольше? О, блин, нет. Ну давайте вот так вот. Круто. Да, задницу курицы, это, конечно, блин, будет вообще обалденно. А, вот здесь вот можно будет вот так вот. А, нет. Оп. Во. А вот это. Ладно, вот так вот. Ну, слушайте, прикольненько, прикольненько. Ратненький, беленький, нет. Надо какой-то... Ну, у меня, так как у меня зеленого цвета логотип компании, да, я, наверное, вот такой вот выберу. F и Exit. Да. Мы бургер. И дальше. Вот любой абсолютно, я просто ролик посмотрел на этом имя ролика с разработчиком. Ну и там еще разработчик давал трансляцию, вел. Короче говоря, тут каждый нужно обустраивать. То есть вы можете там в один бургер, в другой не, ну, только бургер, в другой не только бургер, ну и так далее. Итак, нам нужно булочки. Булочки у нас будут. Здесь вот. Дальше. Мясо у нас здесь. Хотя. Хотя. Кстати, нет. Чуть-чуть по-другому сделаем. Так, это у нас стол для резки, для готовки. Но у нас здесь вот это, как, кстати говоря, как была пицца империя. Тут видите, у каждого свои предпочтения. То есть это группа людей, которая будет к нам подходить. У каждого, видите, вот у него есть бургер, да, это у нас дети. Вот. Blue color, голубые воротнички, наверное, да? Но у него запросы какие-то: шампиньоны, фрукты тропические и так далее. Ладно. Мы пока будем вот на это ориентироваться. Так, это у нас для приготовки. Ну, чтобы опять же люди, да, видели. Так, дальше. Гриль. Да, здесь ставим. И кассовая. Кассовая, да. Кассовый аппарат. Ну, чтобы опять же, да, заказывали и так далее. Значит, это сюда, это сюда. И мясо. Мясо, мясо, мясо. Так, и мясо у нас будет вот так вот. Так. Кнопку, левый клик. Бекер. Ага, и мы здесь должны, так понимаю... Да, вы меня не бейте все очень сильно, но я вам миску мне его не особо.
Ой, чёрт. Сыр, наверное, сейчас. Зелень, да? Зелень, 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 зелень. Зелень сюда вот поставим. Ага, и мы тут еще бургер делаем. Так. А, сначала сюда. А, это мы даем команду. Вот, я ж, блин, уху. Я мозг. Как будет делаться бургеры, мы нашим этим говорим. А потом только сюда. А потом отсюда он должен быть положить. Ага. Так. А, нет, сначала сюда, а потом. А, это крошить. Нет, стоп, стоп, блин. Нет. Можно тебя, блин, как-то отменить? Угу. Так, вот. Это у нас еще. А? Это блин, почему ты такая тупая? Нет, не хочу. Так, это я все правильно сделал, да? Я должен был сюда положить. Так, давайте сейчас немножко разберусь. Вот, разобрался. Ну, недаром я, как говорится, мозг земли. Так, в общем, это сначала кидаем сюда, он его режет. Это опять же кто-то скажет, ну ты же картинки видишь, да, что нужно делать. Но я не. Ну, то есть сюда-то я понимал, а вот я тут сюда думал, надо перетаскивать, а кажется, на кассу. Вот, на кассу, и тогда он там идет, у него сборка. Поэтому мы его. Так вот, да. Раз. Все, мы. Я так понимаю, сделали, да? Да. Итак, у нас первый есть трак. Дальше мы выходим с этого нашего, берем этот трак, да? И фигарим. А, вот сюда вот. Как тебя его. А ты как поедешь? А, правая кнопка мышки. Вот. Мы едем сюда. Припарковываемся. Где ты там наш? Вот он едет. Наш трак. Приехал. Встал. И начинает торговать. Ну, я так понимаю, это мы же, да, за рулем, или не мы? Нет, не мы. Нет, это, скорее всего, наши работнички, да. Вот, они начинают торговать. Да. Ну, это пауза. Ага, ну и можно ускориться, да? Вот так вот. Вот, они радостные. Они там... Да, графика не особо такая мультяшная, но
В принципе, да, нам тут главное зарабатывать. Ну, правда, я припарковался еще как-то странновато. Окей. Будет русский язык, там будет получше, как если все это сделано. И денег у нас 200. Значит, мы идем снова... А, это разблокировать надо, да? Это сюда мы можем... А, мы потом можем сюда приехать на парковочку, вот сюда вот, да? Вот здесь вот парковочные места. В общем, короче, в городе есть вот такие вот, да, парковочные, куда мы можем потом приехать и, соответственно, попродавать. В каждом, я так понимаю, районе есть определенный тип граждан, которые, да, здесь вот, например, много... детей и норме. Вот, надо было, конечно, сюда их и приехал. Вот он приехал обратно домой. Что? Окей. А и дальше он, я так понимаю, затарился продуктами и пошел дальше. А это, я так понимаю, некая, ага, некая прокачка. Прокачка наших, нашей такой, так сказать, империи будущей. Слушайте, а довольно-таки много. Но и стоит, слушайте, 800, 750. Там миксеры всякие, да? Улучшенные нарезка, тостеры. Паркинге, да, но сейчас у меня, я так понимаю, только один. Ну-ка, давайте зайдем, купим еще, лимит, вот, да, видите, лимит. То есть это для этого нужно покупать расширенную версию паркинга. Но они неплохо, слушайте, неплохо так ходят. Опять же, мне не очень понятно, кто здесь ест им. Угу. А, и мы можем во время продажи менять какие-то ингредиенты. Ну, давайте, знаете, какой еще добавим? Что-то я не знаю, блин, я не помню, что я такое взял. Я не помню. Могу я еще сюда добавить? А, нет, это гамбургер, он стандартный, да, то есть. Он... Ладненько. Все, опять уехала машинка. Это строители, я так понимаю. Ну или голубые воротнички. Хотя очень похожи на строителей, да? Вот, скорее всего, строителей. Им нужен мясо. Огуречки, да, там рыбка. В общем, для каждого, да. Но это как в пицце Магнат. Ну, когда-то я давно играл там, ну или Пицца Империя. Было там тоже разные классы людей, они у них ну, по-своему, да, они там это любят, кто-то любит, это любит. Так. Итак, вот. Ну, соответственно, вот мы сюда приходим. Нажимаем изменить. И новый ингредиент мы можем добавить. Да. А добавить мы можем, соответственно, вот этот. Это мы можем вот сюда вот добавить его, да? И вот так вот завершаем. Мысли. А, да. А, мне его взболтать надо. А, либо двойной чизбургер, да?
Мы можем стейк им добавить. Окей. Так. А что это такое? Блин, надо как-то это все разместить. Так, давайте тогда это сюда, это... Мне просто хочется видеть, что такое. Так, это сюда. Что у нас еще это появилось? Ничего не появилось? Ничего. Да, это мы добавили, да? А, соответственно... добавляем. Да, сюда, а потом сюда. Вот. Нет, что-то не пошло. Нет. А, это не смокер. Смокер. А, значит, мы это удаляем. Но добавляем вот это, да? Но его надо, а подожди, а его же, а порезать что не надо, что ли, разве? Ага, не надо. Да, и он поедет сейчас новое оборудование возьмет, да? Я так понимаю. А, и нам нужно сюда. То есть там люди обломались, да? Нормально. Люди обломались, да, и мы поехали в другую сторону. Понятно, ладно. Ну, такая забавненькая игрушка. Я боюсь, что здесь никого не будет. И будет. Ага, встают в очередь. Мне кажется, что я что-то неправильно сделал. А, слушайте, а можно добавить... А, больше нельзя добавить, да? А, это бекон. Бекон. Это бекон. Понятно. Опять же, вот нет анимации, что как он готовит. Да? Фераксий уехал. Ну ты чё, блин? Вот ты зашибись поехал. Что за люди? А, в демке нету, да? Лимит.
А если мы сейчас попробуем разблокировать это план? Так, 450, да? Блин, у нас денег не хватит, а. Давай, 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 народ! Бегите! Я приехал. Нам нужно десятерым продать. О, давай, давай. Ну, троечка, видите, ну. То есть не очень всем нравится, конечно, это все дело. Но покупают. Слушайте, покупают нормально так. А, жаль, не показывают, как это делают. Хорошо, так, поздравляем. Там. Понятно. Ага, офис. Так, подожди, юкан, давай. А, блин, не то. Тест скрин. А, так здесь нельзя, это в демке. В нижнем левом углу экрана. Ну. Сейчас, секунду. А, у нас, оказывается, здесь офис будет. Прикиньте. Офис есть. А, чтобы, так сказать, да, вот эти очки разблокировать что-то, да, мы должны вот офис свой построить. И, то есть, а без офиса он никак не действует. Интересно. А вот сколько он, интересно, будет прогрессив? Я бы, честно говоря, какую-нибудь плиту бы апгрейдил. Блин, ну куда ты ушел, Бейзик, Бейзик? А, ничего. Ну я надеюсь, как-то напишет, что... Где шкала... Где шкала изучения? Вот это, да? Ага, это у нас... А, все, понял. Это вот как раз показывается... Сколько осталось до завершения изучения. Ну такая она, да, визуальная. Не супер. Ну, прикольно, да, так затягивает. Хочется, знаете, узнать, а вот. Сначала это, сначала это, и это.
Кастомизация, кстати, машинки тоже прикольная такая. А, ну извините, ребят, у меня закончились. Сейчас я приеду. Подождите, вы не... Чё они расходятся, а? Давай, 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 езжай обратно. Вон, стой, 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 я ж тебе привез. Да-да. И мы, соответственно, изучили. У меня денежек нет. Гаражи. И вот это вот у нас. Я понял. Это лимит, опять же, пока. А, мне надо сюда его отправить, да? Давай. Парк поедем. Ну, с одной машинкой, если честно, много денег ты не заработаешь. Надо как минимум две. А чё ты так медленно едешь? Где ты? Блин, уже народ весь разбежался. Новый уровень. Парк левел 1. Ага, сыр можем разблокировать, да? Блин, дорогие, блин, ценники такие, жесть. Булочка, собственно. Традиционный бред, хлеб. Дери рефриги. А, рефрижератор. И... А, чтоб сыр хранить. Во. А, я понял. То есть это, оказывается, не сыр мы, а заморозка, да? Хранить. Паркинг. Во, у нас новая машинка появилась. Мы можем новую машинку. И... Итак. Дальше мы, соответственно, нанимаем сыром, да, у нас. А не важно какой. Давайте еще раз такую автокомазик. Видели? Делаем такую же. А, вот он громко говорит. Очень интересный. Какой интересный ход у них.
Ох, ё, что я налил, какое-то большое. А можно тебе помочь? Ну, как-нибудь вот так вот, да? Так, а дальше мы делаем с вами... А вот я вот, честно говоря, не особо... Соус. И мы сыром, да? Сыром. Да, ну тут сыра нету. Так. Ну, блин. Короче, сыр я добавил, но это, по-моему, не сыр все-таки, это зелень. Ну, короче говоря, мне засчитали эту штуку. А, вот что, видите, да, здесь есть ингредиенты, которые нужны, да, будут. Да, но без мяса. Да, вот это мясо нужно. А если мы его сделаем... Так. Так. Но... Нравится им это. Ну, полным, да? Ешь что я. Вот. Или так... А, ну тут что-то пошло не так, да? Блин. Здесь либо так, либо так. Либо так, либо так. А, ему мясо не, наоборот не надо, да? Я так понимаю. А, вообще без мяса. Ну а зачем, блин, ну я, видите, вот эту штуку пазом. Так вот берем. Вот так вот. Ну, детям нужен без мяса. Смотрите, а, ну это это четверочка. Двоечка, двоечка, два с половиной. Ну, еще такая... Забыл немножко уточнить. Здесь не особо что хорошо, то что один трак продает только один продукт. Я не знаю, может быть это пока что. Может потом это будет чуть-чуть по-другому. Но здесь нельзя, например, сделать несколько вариантов. Да, вот. Допустим, вот бургер и все. И вот, что хочешь, то и делай. Ну, здесь можно будет добавлять всякие ингредиенты, но тоже, опять же, это будет только что-то одно. То есть нельзя, например, подавать, допустим, бургер, но
там без мяса, ну, например, как детям, да, вот. Ну, то есть разного типа, да, кому-то такое-то, кому-то такое-то. Нет, вот трак это что-то одно. Вот. Почему я продал отсюда мясо, поскольку оно вот либо ты вдвойное делаешь, да, либо с сыром, либо без сыра, либо с зеленью, без зелени и так далее, и так далее. Вот, если я зелень уберу, ну, я могу убрать зелень, да, но добавить, допустим, стейк, да, вот, ну, это, господи, блин, забыл его, оказывается, поджарочку эту, а все, ну, либо потом, да, добавить, там, если когда вот лимит винегрета закончится, да, я могу там еще что-то добавить, это все равно будет бургер. Ладненько. Дальше мы вывозимся сюда и отправляем нашу машинку, отправляем. А, подождите, а чё? Кому она нравится? Короче говоря, она нравится. Нам где-то нужно кому-то где-то с мясом. Вот где-то очень-очень много мяса. Здесь в основном школьники ходят, да, дети. Я бы для них, стоп, это что у нас? Опять же, да, видите, ему либо для детей, либо не для детей делать. Знаете, с мясом нравится. Вон мамаша, давайте вон мамашам сюда вот отправим им. Нет, стоп. Где самое большое? Ну, тут детей очень много. Вот просто какое-то колоссальное количество детей. Может быть, как раз для них и переделаем. Да, отправим этого туда. А вот этот мы сейчас с вами немножко переделаем. Парки, да, вроде бы. Нужно без мяса. Давайте тогда немножко переделаем вот этот вот. Берем отсюда вот эти вот. Добавим им просто зелень. Ну, двоечка. А. Ну да, троечка, вообще единичка, но там эти не ходят. Троечка, туристы единичка. Ну ладно, мы можем в принципе оставить такую, да, чтобы нас здесь в большей части едят. Хотел попить им еще, да, в парке. Там попить у нас по нету питья. Так, у меня запись идет. Хорошо. А то я сейчас. А у меня были такие случаи, я такое записываю, что-то рассказываю, а потом херак, пропало. Да, я вот так вот это, говорится, пытаюсь разгадать. О, с рыбой 300, блин. Либо это в демке закрыто. Скорее всего, в демке закрыто. Ну, давайте этот откроем. Так, что у нас, соответственно, есть?
Ну, это у нас лимит, понятное дело. Это у нас пока... Один столик может быть. Ну, можно опять же сюда нажать, да? Не обязательно. Так, и надо посмотреть, что мы... А, ну это мы... Нет. Стоп. Будем. И надо посмотреть, если какой-то новый... Новый нету, да? А, вот, да, мы разблокировали сыр и рыбу. Но, блин. Ну давайте сюда. А, надо сначала сыр купить. Да, да, прям сразу. Троечка. А без этого у нас двоечка. Угу. Хорошо, ну хотя бы такое вот и сделаем. Так, иди затарься. Ну, у них, да, видите, по 10 только могут. Ну, слушайте, ну, народ такой, ну, хвали, ну, ест, да, смотрите. Ну, что мне в этих играх не особо нравится, в том, что, как правило, здесь, прошу прощения. Ну, не учитывая, вот если ему не нравится, он все равно будет стоять в очереди, вот этот клиент. И мне не особо вот это нравится. Ну, и в реальности, да, если мы говорим про реальную жизнь, то если мне не нравится что-то, я просто покупать не буду это. А они все равно стоят. Очень странновато. А, мы дотянули до второго уровня. А, давайте мы его... А мы сюда же отправим. Сюда вот отправим. Наш еще один, да? Ну, как какой-то выбор у них будет. То есть кто-то хочет такое-то, кто-то хочет такое-то. Опа, не хочет, да? Ага. Ага, гамбургер она не хочет. А чё вы убежали? Блин, ну а чё вы ушли-то? Взяли, убежали. Ну слушайте, детишки с удовольствием прям едят. То есть чем больше мы продаем на определенном... зоне, да, мы можем, соответственно, ну да, это скорее всего в демке закрыто. Жаль, но хотелось бы посмотреть. Давайте вот это посмотрим, что это за сковородка такая. Но сюда придут другие. Да, это почему-то. Да, демография.
Ну, блин, ну это я и так знаю, как. То есть, ну вы прикиньте, да, сколько надо будет создавать этих машинок, да? Каждых, и каждая машинка должна со своим только рецептом быть. Но по мне это немножко плоховато. Но опять же, это демка. Возможно, в полной версии будет такое, что в одной машине будет несколько рецептов. Да? То есть вы можете создавать, например. Ну, я не говорю, что бесконечное количество, да, ну там невозможно. Там просто ограниченная будет зона, где вы сможете ставить всякие продукты, да. Но, скажем, ну, как вот сериал. Блин, как же он, Сеня. Не помню, там Сеня кто-то еще там был. Федор Сеня, по-моему. Ну, у них они тоже фуд-трак брали, у них было. И, соответственно, там одна половина была бургеры с мясом, другие были. И тебе не нравится. Ну, мясо. Ему не нравится. Если будет грибы. Ага, надо еще. Все, я понял, почему понравилось. Убираем вот этот вот. Это убираем. Ставим. Ставим сюда. Новая штука. Какой-то не такой гамбургер, по-моему, получился. Сейчас, секундочку. Я бы его. Это такая некая кашица, да? Но она тоже засчитывает. Ну, можно вот так вот сделать. Хотя я что-то. Стоп. Блин, да не туда. Почему ты не хочешь им две булочки? Это да, ты сюда, потом показывает две булочки, да? На кассу. Но я бы еще с рыбкой бы по сделал бы рыбу.
опять же, народ разбегается. Вот пока машина едет, да, она уехала, народ разбежался. Все, после этого, блин, ждать очень долго приходится, когда она там приедет, пока она там делает. Ну, как бы троечка. А, кстати. Иди-ка сюда. Дети, а вы любите рыбу? Прошу прощения. Панфруином. А что это такое? Прошу прощения. А, вот она. Вот она. Да, я тут пытаюсь немножко переставить. В общем, короче, здесь просто обычная manual drip. Просто доска, да? И... Вопрос. Да оставь ты в покое-то. То есть что-то нам, я так понимаю, какой-то... А, рыба. Рыба. Но вот я... Вот вы любите рыбу? А, возможно, вам... Но мяса нет. Точнее, вот это может быть... ну вряд ли. Да. А если мы ее просто сразу... А? Вот. Это 3,5. Хорошо. Совсем понимаю, вот это нужно нам еще изучить. А, поджарка, да? Я так понимаю. Поджарка. Ладно. Сейчас мы это проделаем. Так, вот. Соответственно, изучил я эту сковороду. Можно еще парк. Да? Так, по поводу... Да. Так, а где ты? А, ты трак, ты только уезжаешь, да? Давай, езжаем, но мы его переделаем немножко. Мы переделаем немножко. Сыр. А, ну тут лимит, да? А, ну ему не... А, ему не нравится, который перемолот, да? Перемолотый, а перемолотый у нас это вот.
Так, а если мы его сюда... Уже двое. Да? Угу. Двоечка. Так, а вот сюда мы, наверное, скорее всего... А, что мы сюда... А, вот еще досочку. Это гриль. Рот. Сыр. Давайте сыр еще вбеним, да? Может быть им. Не, опять, вот, блин, как же ты тварь-то. Боечка. А, слушайте, да, но мы можем здесь смолкнуть. Это, по-моему, дым, да, потом у нас сюда идет. Вот, а потом уже сюда. Ох ты ж, ешь твою налево, какие у них тут. Или. Блин, да чтоб ты, подожди. Да. Ох, нифига, что-то я тут намудрил. А, ну, два, все равно 2,5, да? Но не очень. А, вообще даже не попал, да? 3,5, да? Вот так вот. Сыр им не особо. А, хотя... Давайте попробуем сыр добавить. Ну... Блин, как же тебе так... Фрэш. А, это не это не рыба, это сыр такого плана, да? Вот это удалить, это добавить. Как-то ничего особо не поменялось. Ну, типа молочный. Там. Ладно, обычный сыр добавим. Я вообще люблю очень сыр, поэтому пусть будет сыром. Ну да, это не так сыр. Ну, по-моему, это темка, да, только базовый можно. Ладненько, давайте... О, уже час, ёптая налево. Как я... Так. Чуть-чуть поизучаем и во второй... Хотя... Я тут три вещи изучить. Ну, давайте я сейчас быстренько изучу, да, и мы закруглим эту прям серию. Но я в эту игрушку, наверное, поиграю. Она такая немножко детская... По графике, может быть, какое-то управление. Но все равно забавно. Особенно вот эти вот, да, комбинация всяких ингредиентов, чтобы, блин, там, да, балансировать. Я вообще люблю, вот я и с пиццей, блин, вот, была такая классная же пицца. Вот. С пиццей, но, к сожалению, как-то вот... Все ушло. Нету хороших. Последняя была пицца Империя, по-моему. Вот что-то как-то не особо.
она уступает игре, которая вышла аж в 90-х годах, или в 20 веке, а новая как чтобы не прижилась. А, гриль тебе. Ладно, давайте немножко по времени. Так, в общем, я-то думал, тут все будет, оказывается, нет. Я открыл, значит, басикскую, да, вот этот. Паркинг одну я открыл, значит, и Research Development. Сейчас фармер какой-то маркер. Так вот, как только я вот это открыл, открывается вот такая штука. Очень большой-большой вот такой вот исследовательский. Ну, здесь опять же человечков нету, что по мне, кстати, не очень. Было бы хорошо, было бы человечки ходили. Может быть, это в будущем будет. Так вот, они дали возможность, открыли уже изучение вот этих технологий, но не всех. Ну, опять же, вот этот паркинг 2 нету пока что. Я вот это хочу тоже поизучать, но мне пока не дают. Мне нужно доизучить вот этот. И я так понимаю, что у меня будет еще одна, может быть, серия, если не закончится сейчас демка. Просто, возможно, демка дает только базовые исследования. Вот это я пытался что-то сделать, в общем, ингредиент в этом, в новой там, на сковородке жарить. Вот, я как бы это все делал, но что-то он не хочет. Да и фиг с ним, я не особо парюсь. Ну вот. В основном, ну, игра, говорят, такая вот, просто сидеть, смотреть, читать денежки, когда они там. Вот. Я немножко поменял, значит, способы приготовления, потому что здесь было аж 10 минут. Соответственно, он делался, я его немножко поменял. И таким образом стали чуть поменьше. Но и время поменьше, но и там, по-моему, если не ошибаюсь, рейтинг такой себе. Так, ну я с учета изучил, давайте попробуем. Basic я уже все, да, все открыл. Вот здесь вот. Да, можно рыбку попробовать, либо картошечка. Микс. Картошка. Это хорошо. О, я вот это хотел бы изучить. Это я не знаю, это попробую, что ли? Попробуем. Но я думаю, что оно очень долго будет изучаться. Вот. Но просто после этого можно миксер открыть. А миксер там одна из социальных групп требует, чтобы именно на миксере. Хотя, с другой стороны, можно и картошечку сделать, да? Ну, так что я в любом случае попробуем с вами еще, я один ролик еще сделаю. Ну, а дальше увидим, что там, демка закончится, не закончится. Ну, а на сегодня все, пока. Пока, с вами был я, Максим. Ну, лайки на ваше смотрение. И играйте только в хорошие игры, не переключайтесь, скоро увидимся.